Ну, хоть тут чуть-чуть песочка посыпали. А, да. Ну, а теперь у нас тут большая-пребольшая куча. И мы вот сейчас с вами будем идти. Вот как раз площадь. Как тут идти, хрен его знает, пацаны. Потому что тут такого намутили. Все нахрен сюда свезли. И ходи как хочешь. Вот сейчас я пойду. Вот по этим, даже не знаю, как это назвать. Идти ли вообще сюда, или давать, или я лучше обойду, потому что оно мне это нахрен надо. Хрен знает, куда лазить тут. Так, я пойду вот так вот, потому что, видите, люди вот идут. Ну, в принципе, ничего так. Обойти, как говорят, буквально все можно. Но большие-пребольшие кучи снега в городе. Вот центр города. И вот он в таком состоянии. Вот оно вот так вот все будет течь, пока все не течет. Так, не знаю, как тут идти дальше. Вот. Ну. В принципе, вот так вот. Улица Калинина. А, кстати говоря, вот сейчас я чуть-чуть дальше отойду. Подъехала машина, которая убирает город. Как раз я тут всю. О! И как раз вот будут убирать. Видите? Как раз нам пофартило. А как раз мы только-только-только вот на этом буквальном месте. Ну, я иду так, быстренько вам показываю. Сейчас ковш возьмет часть и сбросит. И вот таким вот образом у нас убирают в городе снег. Вот. Так вот. В общем, в принципе, все происходит, все идет своим чередом. Все, в принципе. Ну, отлично. Хоть что-то в городе, но убирают. Ладно, я иду дальше по Калинина. Давайте. Но тут вообще, по-моему, ходить невозможно, потому что я не знаю, как тут пройти. Вот, допустим, вот здесь. Пойду я, наверное, где у нас погранцы здесь. Наверное, здесь я выйду. Да. Ну, все, тогда делаю паузу на этом. Спасибо большое.